Слушай, да, чтобы знать, что пошла за аксессуаром. Да, кстати. Принеси мне эту хуйню. Ага. Нет, я выстрелил туда. Пошла за аксессуаром. Возьми вот эту. Вот, за аксессуаром. Чуть не ёбнулась, блядь. Ты уже выпил, да? Я знаю. Немножко. Вот это для красоты. Нагнёшь, блядь? Ты себя нагнёшь, когда тебя мужик ебать будет. Еще чего, блядь? Ой, пошла нахуй. Да, выстрелил. Как на чей? Ну, кого захочешь, то... Хочешь на твой? Договорюсь. А хотя хули там, блядь, она уж была на твою. Так, мать. Позорь. Вся. Ты этот хуйню сдаешь? А вот Дарик, не позорь меня. Ты этот хуйню сдаешь? Нет? Там, вот, смотри. Первый раз вижу, дура. Ну, конечно. Кто бы сомневался. Ладно, хватит пиздеть. Сука, кто тут трахался, блядь? Испорченные презервативы. Охуеть. Кто трахался? Ты трахался? Ой, стыдно. Тебе сперми, ловите сперму в зал. Давай, блядь, объявляй, дура, блядь. Я пока подмигу. Ой, больше поработаю. Дура Ирина Дубинская. Дайте веник, Марго. Я наконец-то помою полы ратом. Здесь не помыть. Конечно. Да. Что же? Что же, дамы и господа. Не повторяй за мной, дура. Я сказала, господа, ты дамы. Так, ладно. Друзья мои, встречайте на этой сцене травести дива города Москвы Аврил!
своих. И девчонка сразу убежала. Она застеснялась, наверное. Она застеснялась, наверное. Аплодисменты, Аврил.